Спасибо, что воспитываете вкус красивой сувенирной продукции. Все магниты крутые, что выбрать теперь не знаю. Посмотреть бы на производство этих магнитов. Такие комментарии оставляют жители Оренбурга под фотографиями сувенирной продукции в инстаграме Антона Вартанова. Мы решили рассказать, как создавалась и реализовывалась идея такой красоты. Эмираты, например, они бы и рады сделать себе историю, да? Они могут построить роскошный небоскреб, там, самый лучший аквапарк, все что угодно, но они не могут купить историю. Все может современный человек, кроме, ну, есть вещи ему не подвластные, то есть это история. У нас это есть. Это нужно просто все причесать, прилизать и, ну, форму нормальную придать и, собственно, пользоваться, извлекать выгоду. С этих магнитов начнет реализовываться туристический потенциал Оренбурга. Именно так считает Антон Вартанов. Мужчина уверен, что в нашем городе достаточно объектов, достойных внимания. Они могут привлечь туристов со всего мира. Достаточно только работать над сохранением и продвижением местных достопримечательностей. Сделал красивую кафешку и попытался продать кому-то чашку кофе за 5 евро. Но вот почему-то весь мир пришел к этому, а мы не хотим. То есть, точнее, даже не мы. Очень многие города российские, там Казань, ну, Москва, Питер, я уж не говорю, но даже те, которые недалеко от нас, они пришли к этому. По мнению Антона, в городе нет стильной сувенирной продукции, которую было бы не стыдно подарить или отправить за границу друзьям и родным. Чтобы воплотить идею в жизнь, нашлись керамисты из Питера. В Оренбурге компетентных мастеров предприниматель найти не смог. Не было запроса как такового, и никто и не делал. Для мастеров из Питера это был первый опыт, но результат вдохновил на создание магнита в таком же стиле, но уже для своего города. В Оренбурге идею приняли с восторгом. В первые дни продаж, по словам Антона, первую партию магнитов разобрали. На вопрос, было ли сложно реализовывать проект, предприниматель ответил, что когда делаешь что-то для себя, на сложности внимания не обращаешь. Виктория Палкина, Федор Бородацкий, городской телеканал ЮТВ.